каждый день несет в себе новое начало. Эта короткая направляющая медитация поможет вам правильно настроиться на весь предстоящий день, сосредоточить внимание и придаст внутреннего умиротворения и сил. Медленно примите удобную позу для медитации. Однако, если такой возможности нет, вы также можете сесть на стул, сохраняя положение позвоночника вертикально вверх. Закройте глаза и начните погружаться в себя. Обратите внимание на дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов мягко, не форсируя, но как бы приглашая его в свою грудную клетку. Почувствуйте глубокий вдох с последующим за ним мягким выдохом. Вдохните энергию и спокойно выдохните. Продолжайте ощущать глубокое, медленное и спокойное дыхание. С каждым вдохом вы чувствуете прану, жизненную силу. С выдохом отпускайте любое напряжение, которое испытывает ваше тело. Уделите некоторое время на то, чтобы соединиться со своим дыханием. Почувствуйте, как энергия жизненной силы растекается внутри по всему телу. Разрешите этой энергии становиться больше, поощряя приливающие силы расти и приумножаться. Почувствуйте, как хорошо себя чувствовать бодрым и полным жизненными ресурсами. Теперь пригласите свой разум в настоящее. Освободите свой разум от переживаний, связанных с тем, что не сделано было вчера или предстоит сделать сегодня. Весь внешний мир может подождать, пока вы посвящаете время себе, чтобы подготовиться к предстоящему дню. Разрешите себе быть в настоящем. Каждый день, когда вы просыпаетесь и находитесь в настоящем, это уже удачный день. Продолжая удерживать внимание на дыхании, ваш разум испытывает спокойствие и ясность. Сейчас вы находитесь в состоянии осознанности. Почувствуйте глубокое умиротворение самим собой. Соединитесь теперь с вашим сердцем. Почувствуйте спокойствие и безусловную любовь к себе. Ощутите обволакивающее чувство мира и защищенности во всем теле. Вселенная желает вам только добра, предоставляет все необходимые возможности стать лучшей версией себя. Сегодня, прямо сейчас, вы живы, и у вас есть вся необходимая энергия, сила и терпение пройти через любую ситуацию с уверенностью и достоинством. Почувствуйте себя полностью заряженным, спокойным и уверенным. Смотрите только на возможности, появляющиеся на вашем пути. Теперь подумайте о своих планах на сегодня. Визуализируйте себя на протяжении предстоящего дня. Вы извлекаете максимальную пользу из каждой ситуации и осуществляете задуманное даже лучше, чем себе это представили. Каждый день вам дается возможность быть таким, каким вы хотите быть. Оставайтесь здесь столько, сколько нужно.
когда вы будете готовы, положите ладони на сердце и поблагодарите Вселенную за возможность прожить еще один значимый день. Откройте глаза, и пусть ваш день будет ярким.